заметен. Так, и здесь, ага, Старченко с Козыным сцепили. Старченко технично уклоняется от возможных боевых единоборств. Так, обоюдное, скорее всего, здесь было. А Козун прям вцепился как клещ и не собирается отпускать. Да, обоюдное показывает. За грубость, наверное, 2 минуты получит. Хоть Козун и хотел как раз сделать. Да, хотел, видимо. Ты же эту мысль высказал. Ну вот зачем Козун это делает? Вот они проигрывают 0-1. В чем смысл со Старченко размениваться? Ну хорошо, ты бы разменялся, ну, не знаю, с Савиковым, с Цеплачевым.